и с вами снова я, Светлана Ата. И сегодня я хочу предложить вам турецкий десерт, такое пирожное из манки. Называется он шипшак. Готовится он очень легко, а увидела я этот рецепт в одной из программ по телевидению и решила сразу его повторить. И поверьте мне, это самое легкое печенье или вот такое сладкое из манки, приготовленное в течение 10 минут. И понадобятся самые простые ингредиенты. То есть чайный стакан, значит, масла растительного, чайный стакан йогурта, понадобится одно яйцо, полторы стакана, значит, понадобится манки. Такая манка. Так, один пакетик разрыхлителя для теста и ванилин. И один стакан муки. И все, друзья мои. Но прежде чем приступить к этому приготовлению теста, нужно заранее приготовить сироп. Для приготовления сиропа вам понадобится сахара. Раз. 2,5. 2 стакана воды. Раз. 2. Постоянно помешивая, довести до кипения. Прошло 15 минут. Посмотрите, какие получились. 15 минут. И заливаем это все сахарным сиропом. И ждем, пока оно впитается. Друзья мои, поверьте, 15 минут оно пеклось. 10 минут нужно было приготовить. Полчаса, и у вас готово. То есть я обучаю вас таким легким рецептом. И без особых усилий и усердий вы можете приготовить сладкий десерт за час до прихода гостей. С вами была Светлана Ата. До новых встреч!